Да. У кого есть магнитофон, который может звуки проигрывать, чтобы их можно было? Так, несите сюда. Нет, тогда сидите. Так, у кого есть магнитофон, который можно проиграть сейчас здесь? Очень четко говорю, у кого есть магнитофон, на котором можно проиграть пленку? Вот у меня ребятишки в лагере точно так же ведут, как вот вы сейчас себя. Вот разбил кто-то стакан. Я говорю, кто разбил стакан? Он стакан. То есть он пока вытягивает и думает, что дальше будет. Я говорю, да, стакан. Дальше второй слово. Разбил. Все равно я там еще пытается выиграть что-то. Я говорю, да, кто разбил? Так это кто? И теперь я уже не знаю, он меня допроштыряет. А ничего, ум-то уже не подставляет, ноги-то перешибленные. А тоже только каким-то путем по-другому подойти. Отец пришел домой, чашка разбита. Кто? Никто не разбивал. Отец взял чашку, посмотрел, и как ловко разбита, ручка прям ровно отрезала. Я вот так не сумел, парнишка вытащил, а это я по... Вот у меня даже хлеб один брат, не допрашивал, никто не соглашался. Но я его знал, кто тогда уж вызвал из рядов и говорю, зачем ты это делал? Я этого не делал. Я говорю, наблюдали же, чтобы никто не вытащил. Как ты мог вытащить? А я под свитер положил. Спрашиваю, магнитофон хоть какой-то есть, чтобы проиграть? Вы еще раз спрашивали вопрос про ярмарку. И я наш принес пленку. И позвонил, и договорился, вот привезли мне этот комбайн-то. А в нем, оказывается, нет батареек, должны розетки. Надо хоть по телефону спросить, есть ли тут розетка. Даже вопрос такой не стоял. А принесли и поставили, вот и все. Это я бы все равно, что кого-то спросил, сказал, у тебя ребятишки-то есть в лагере? Есть. Пришел во мне ребятишки, так я еще не женился. Ты бы так и сказал, что будут когда ребятишки, через 8 лет там вот это. Ну нельзя же так, чтобы пришел и явился вот он. На чем? На Данилов. Давай, Данилов, пробуй. Хотя бы голос услышим. Данил у нас будет главный. Давай. Соседняя аудитория, наверное. Соседняя аудитория? Да нет, надо, наверное, разум брать у Бога, а не соседнюю аудиторию. Уж можно было сказать, что он работает от сети. Но поинтересовались, нигде розеток не было, ходим все время. Ну, вроде мы принесли, вроде не принесли. Грандиозная ошибка. Данил. Почему Иисус запретил развод бывшей в Ветхом Завете? Это был закон Бога, как он стал против себя. А где вы нашли в Ветхом Завете разрешение? Сначала откройте это место и покажите, как он был разрешен. У евреев ведь было просто, как сегодня у мусульман. Допустим, туркмену не нравится жена. Так, надо выключить пока. Больше он не может остановить. Пока. Смотри, не нажми. Стирать. Достаточно, чтобы он во дворе стоя, ну, с соседом мог договориться, а сосед просто ворвал и закричал, до каких ты пор не будешь слушаться? Это уже один выговор. Достаточно себя кричать так, чтобы через стену дувал, сосед услышал, что жена не слышит, не слушается. Три таких замечания сосед нет, я не видел, но слышал, он кричал, а не слушается. Все имеет право на развод. Ну, давай, где она? Один из убедительнейших, максимально, что человек рожден свыше, что он... Где? Так вот у евреев было так, по-нашему сказать, жена трижды пережарила картошку. Этого вполне достаточно, чтобы мне можно было развестись. Вот знаете, брак по-итальянски, как в картине рассказывают. Жениться надо, закон не разрешает. Когда ты умрешь, жена может. А она не умирает, живет и живет, значит, нужно помочь. А дальше догадываться не надо. Что сюда тянуть? Следуй. Уже вторая свадьба, уже считают, сидят оба на гробу. И Христос говорит, пожалуйста, к одежде вашему разрешил Моисей. По крайней мере, дай родное письмо, хоть жизнь сохранить. А ему надо жениться, а жена на работу раньше не ходила, ее кормить надо. А жена-то ест, говорит, больше мужа в 6 раз. Прокорми ее. Народ прожорливый, поэтому ее куда-то надо было ликвидировать, а новую взять.
Причина-то вот что была. А Бог не давал, а то он ему не 10 ребер вырубал, а только одно. Вот и все. Что вы можете сказать на тему, если бы не было войны? Ну, какой, смотря, войны, если Великой Отечественной войны. Проигрывать много всяких ситуаций, начиная с рая. А если бы не было того древа? А если бы дьявол не искушал? Ну, и так дальше. То есть мы никак, никогда не проиграем все вариации. Но тут уже более-менее известно. Народу было бы больше, тирании было бы больше. Старые большевики не были бы наказаны, за родину за Сталина не кричали, их полегло, будь здоров на фронте. У Бога все это было вымерено. И война была нужна. Я не за войну, я просто уже в прошлое. И революция была нужна, чтобы научились Бога любить. Тянулись не к храмам, а к агиткам Ленина. Бог убрал все храмы, идите теперь сюда. Мы пошли, а потом завопили. А Господь говорит, мало еще испытайте, 72 года. А зачем же... Плен доиграет, пошел. А если бы пленные взяли, значит, сгинули, сгнили бы. Значит, война нам нужна была как щелок очищающий. И заблестели. И миллионы мучеников зашли на небо. Полянское небо. Поясните выражение, которое поют после службы. «Исполайте деспота». Это означает «благослови владыка», в общем-то сказать. Просят благословения у него, но владыка означает «деспот». И поите с ним таков. Никогда не посоветуется, особенно мы видим, какая властность. У католиков, по крайней мере, папа римский, безгрешный, равный как Бог, а у нас все как папа. Кого не возьми, любой батька, что угодно толкует, и не подойди, ничего не скажи. Рождается ли человек вампиром, что ли? Если нет, то как им становится? Да от греха. Можно ли как-то повлиять, чтобы человек не был вампиром? Если он уверует, если вампиры есть. То есть человек, который пьет чужую кровь. Значит, у веры на Христа и другого пути нет. Ты не только это не сделаешь, это уже последняя ступень падения, а даже не помыслишь о том. И на любой такой вопрос ответ только один. Примирись со Христом. Всегда ли вы справляетесь с ребятишками в лагере? Всегда, абсолютно. Ни на одну секунду ситуация из-под контроля не выходила. Нигде, ни здесь, ни в общине, нигде я находился. Никогда и нигде в жизни моей не было, чтобы ситуация у меня вышла из-под контроля. Я в 20-й год шел, был направлен после техникума прорабом, заключенными. И у меня было до 6 объектов строительных. И я один, 20 лет, считай, мальчишка. Естественно, что я никакой ситуации не владел, и я просто так свидетелем стоял. Там опытные люди, по ни одной ходке. Но я кто перед ними, стрекозел. Только и всего. Моя задача была, сколько они выполнили, а иначе топор повешать сюда. В армии я был старшиной. Там не приходилось какой-то контроль держать. Как-то так у нас пока дружба была и по-хорошему, и с начальником там, и домой отправляли. Я какую-то льготу имел от Бога, и что? Увольнительный человек даже добиться не может. У меня увольнительное в январе выписали, поп 31 декабря. Найдите мне кого-нибудь, такую увольнительную в армии давали. У меня увольнительная годовая была. Я ездил по другим городам, инспектировал строение ракетных войск. Я останавливался в любом городе совершенно бесконтрольно. Всегда останавливался в институте иностранных языков, где занимался и повышал свой уровень. Здесь никогда у нас не было. Даже на одну секунду этого и быть не может. Потому что не может быть. Только ответ. Было так в прошлом году. Я поехал, одной девочке соринка попала в глаз. Поехал я с ней оттуда. Приезжаю, жалобы. Почти из-под контроля ситуация вышла. Пошли в этот день помогать сено сгребать. А сено душистое, котный, как они там разволновались, ребятишки, раскулыкались. А там и милый грабли. И ничего не может сделать воспитательница с ними-то. Она ему кричит, стой! Он вперед. И ничего не видит. Я назначал всех, кого жалобу допрашивать. Ты слышал? Я? Нет, не слышал. А в таком случае у меня ответ только один. Не наказывает никак. Он не слышал. Да как же не слышал, рядом стоял. Давай еще раз спрошу. Вот, не слышал, как тебе кричало? Нет, не слышал. Ну что я могу говорить, не слышал. Ну а теперь, если я говорю, ты сейчас слышишь, что дальше так не пойдет. Прыгать не надо, там бельюды стоят. Я не против, что кулакать из глубины, убрать там. Ну все как положено, я же тебе отвечаю-то. Да так, ну теперь все слышите, слышите все. Вот сейчас вот ты кулакать будешь, тебе попадет все. И на этом конец. Но ситуация там на время они. После все прощены должно были, но не слышали. Я же не могу доказать, что он слышал или не слышал. Наказывается тогда, когда четко знал, подтвердил и упрямо лез.
Он знал, что нельзя материться, допустим. Он заматерился, привезли такого ко мне, орла. И ну ударил другого. Когда предупрежден, знал. Устав каждый день читать не должен. Там написано, не обзывайте, не драйте. Значит, знал, пошли на расчет. Голова не соображает, да, не запрещает. Все. Был случай, когда вы сказали одному непокорному. Залезть на верхушку вон того дерева, осмотритесь вокруг. И больше никогда сюда не приезжай. Не слышал, первый раз слышу. То есть много разных фантазий наговаривают. Было такое, ну, что на дерево, на макушку уезжает, впереди приезжает у нас. Никогда, даже и в мыслях не было. Были случаи такие, что уезжает парень один и уже из вагона, говорит, а меня не наказали ни разу. Как, все лето проблем нет, ни разу. Позволь, как что уехал так? А я нигде не нарушал. Неужели? Так. Они нередко привез своих детей. Зажиточные, все у них есть. Дети рвались домой, плакали. Он приехал через неделю, забирает их. Хотя, как-то сказали, я мог бы их на Багамских островах, самое престижное место, там на Канарских где-то отдыхать. Ну почему я к вам привез? Значит, я что-то нашел у вас. А когда он приехал, они вот так обхватили их и орут обе. Одна поменьше, девчонка, не знаю, может быть, школа находила, ходила или нет. А вторая, это явно уже больше 11 лет, иначе картошку не разрешится. Вот. А которая маленькая, у нее на все везде один вопрос. А женятся они или не женятся? По какому? Она выйдет, у нее замуж или не выйдет. То есть это дети телевизора. Старшая такая простецкая, простенькая была, а меньше до того востроглазая. Все видите, правильно может анализ даже сделать. Такая разница. Ну ладно, рвались домой. Я говорю, смотри сам, можешь оставить еще на неделю-то. У меня переакклиматизация 14 дней. Через неделю приезжают, они остаются еще. То есть уже прошло это, горячка. Он говорит, у меня еще и племянник есть, но племянник такой уже крученный. Где-то кришнаиты не знают. Я говорю, ну привози. Вот привезли, он только прошел, не хочу. Все собрались, его начали одни родственники на своей машине, ну говорит, кое-кое как оставили. Мать одна воспитывает. Я посмотрел на него, наверное, проблемы с ним возникнут. Вижу, глаза умные, парень хороший. Он остался, потом мать приехала. Мать приехала, но она даже пойти не имеет права никуда, пока я не разрешу. Я разрешил, что за день они гуляли, по ягоды ходили. И самая лучшая характеристика в году ему была. Именно ему. И дал обещание он. Даже обычно не дарил, а ему понравилась там эта афганка, и шапку ему это отдал. Но он дал твердое обещание, что все кришнаистские книжки сожжет. Ну, может, это 14 было, я не могу сейчас точно сказать. Помнишь, что Андрюша Кулатварь. Вот так поехал. А он поехал и говорит, а меня... И знаете, их ни разу вы не наказали. А как же тогда? А я очень хочу, пойдемте меня накажите хоть раз. Ну как же я тебя буду наказывать? Ну, упрашивают, ходит никак. Мам, я очень хочу, чтобы наказали вот это. Ну я зашел так, я вижу, дернул его. Значит, на деревне нигде нет, таких наказаний нет. Волнуется, может упасть, и какая нужна. Смотрите вокруг, что попало. То есть фантазия, ни на чем не основа, даже одного слова нет правильного. Ну, кто не знает, пусть станет. Это же мы все открыто делаем. Наше наказание прокуратура исследовала. Дало заключение, что никакого издевательства там ничего нет. У нас висит от прокурора справка, что по нашему учению положено наказывать. И останьтесь. За миллион на такую справку не купишь. А у нас висит под рамкой, на прокуратуре. Есть такое утверждение, что мысль материальна. Может быть и так. Потому что духов, дух, в духе чисто только Бог. Ну, материально не в том понятии, но в другом, конечно. Имеет такую силу, что если чего страстно желаешь и регулярно думаешь о том, даже делая незначительные физические усилия, уже тем более значительным, то это желание сбудется. Ну, это глупости. Кто написал это, пожелайте так, чтобы у вас завтра появился экскаватор «Драглай», нам необходимый экскаваторщик. Трудно чиститься. Ну и можешь тужиться до второго пришествия, ничего не будет. Не будет. Для этого я сегодня Сурикову вот письмо готовлю, что он старыми деньгами 100 миллионов помог, финансировал, только всего. А также человек, имеющий оптимистические мысли, как правило, имеет в своей жизни успех и наоборот. От наших мыслей зависит также и наше здоровье. По своему опыту скажите, что это на этом все. Ну, вот знаете, что сегодня тут заболел. Я очень не хочу, чтобы он болел. Он болит и болит. И я что делаю? К печке прижимаюсь. Грею его, баюкаю, а ничего, пришло время, отгнило, отболело где-то, тогда все там врач просверлило,
убил это мышьяком. От наших мыслей зависит только одно. Наше желание повернуть в лучшую сторону или в худшую. А чтобы мыслью сейчас я предметы некоторые разделяю, еще это дьявол помогает и поднимает вещи. Все эти опыты левитации, что делают кришнаиты, все это от дьявола. По-другому церковь и не понимает. И все эти явления мертвых воскрешают это дьявольское обольщение в прелесть. Ничего этого никто сделать не может. Я сильно это желаю. Но это доброе дело, что ты желаешь. Но для этого необходимо это желание притворять в дело. Допустим, ты решил закончить учебу на пятерке. Ну, хорошее желание. Но если ты на уроке будешь крутиться, вертеться, и ничего не записывать, и дома ты будешь бегать с товарищем, ну какая же тебе пятерка? Это только, как говорится, наоборот, ты скрёшь ногами. Зачем вы допускаете неверующих детей в лагерь? Тайно они могут оказать на других детей дурное влияние. Определить веру и неверие мне не дано. Никак. Да, я хочу, спрашиваю, я хочу, ее первый раз привезли. Вот ты знаешь наш устав, ознакомься, мы каждый раз смотримся. И в первый же день я вижу, что веры никакой нет, но он уже остался ребенок. Нам нигде, ну, не дан этот определитель, определить та вера, с которой он начнет правильно поступать. И бывает, такой ребенок ведет себя более примерно, чем другой. А другие ходят, причащаются, одну мне привезли, шестилетнюю. И она каждый день воровала всех, обворовывала, ничего не могли сделать. Мы не знали, что это, двухщитовых дверей водить, шестилетний ребенок. Базарный. Молится и причащается, и тоже ворует, ничего не могут сделать. А Наташа говорит, вот у меня деньги лежат, а в одном они находятся, в одной палке. А почему ты не воровала? А я видел, что ты каждый день считаешь их. И вот кто выйдет, она в точности до полминуты высчитает, когда пошли креститься, все крестики, доллары, все собрала. Потом мы по Союзу рассылали, наверное, полгода. Законченная воровка. 6 лет ребенку. Дурное влияние это мы отличим, что это недолго будет. Ну, день, полтора дня. Я начинаю группировать их, кто с кем играть, имеет право, не имеет, на работах разведу так. Ну, а если все хорошие, а я для чего тогда? Мы берем и таких товаров совершенно непригодных. Так говорят, в общем, видите, человек ни рыба, ни мясо, ни Богу свечка, ни другому. Ну, а чего же тогда взяли-то его? Он исповедует я веру во Христа. Просит крещения. 3 года мы можем держать, дальше даже выносить решение. Если отказать, на каком основании? Ну на каком? Вот я веру исповедую, не нарушает, внешний устав соблюдает, ну и все. А мы видим, жизни там нет никакой. Но мы обязаны преподать крещение. Не мы, священник, но мы в общем допускаем его. Как вы совмещаете маленьких детей со старшими? А это идет часто перетасовка. Воспитатель в каждой палатке, как правило, с ними. А если нет, то тут проблема. Бывает, зашумят или как. Бывает, кто-то что-то, а сразу это делается известным. Воспитатели, дети не остаются одни. Ну и бывает так, что кто-то на кого-то влияет плохо, бывает, больше их в одно место сгруппируешь. Это нельзя сказать. Это надо каждый день видеть, что как делается. Но чтобы бесконтрольно старший там развращал младшего или как, не было. Без меня было их 3 брата, они полуевреи, полугрузины. Что-то одеяло не поделили. И тот, кто не дал, они напал один, они все вторым сразу просто придушили. Теперь я их наказал, одного, который старше занял, горе виноват, я его отдельно, и он должен там быть. Так они там что-то, я не знаю, еды ему не давал еще, так они тайно сухарики там пытались в окно передать и прочее. И тут же в лагере был их отец-священник. Тут же. Отчаянные ребята, батюшка говорит, в жизни не знал, чтобы так дрались между собой братья. Это редко какой дзюдоист так дерется, как они смертным боем друг друга били. А мать Ледиска, которого президента Комсохурди убили, Диана, она его последовательница. Знаю, что у вас радикулит, если у меня тот же недуг, чем вы лечитесь. Ну, в первую очередь, не постывать, наклон-то сильно ничего не поднимать и на твердом спать. Только всего. А уж где прищущий, даже не подумаешь. Простудился и пошел. Кто может быть допущен в лагерь, потеряет их? Ну, в лагерь, это мы должны узнать. Тут остается за меня Марина Дедунова. Она знает правила, условия. Главное условие – не нарушение принципа свободы. Ребенок должен быть верующим. Лагерь для православных христиан. Родители могут быть атеисты, коммунисты, кто угодно. Но если родители глубоко верующие, а ребенок неверующий, мы его не принимаем. Насилие над душой не можем допустить. Он должен сам засвидетельствовать, что я верю, слышал, хочу, но я мало знаю, примем. Не принимаем тех, которые не учатся под себя. Мы за таких тоже работаем, со своей палаткой, с родителями отдельно.
значит, он задушит других. Припадавших не берем. Припадавшие не берем. Ну, полез в воду, упал, утонул, я должен отвечать. Только с матерью. У нас один такой был, перестал ходить. Тут случился припадок с ним. Там ребята его скупили, кое-как держал. Ну, что я там сделал? Ребятишек сказать. Вот. Давшивание сразу проверяем. Отдельно у нас есть палатка. Проходит там карантинное время, мази разные. Определяем. Опыт. 25-й год лагерь существует. Даже не день, не два. Что такое харизма? Харизма – это посвящение. Это то таинство, которое харизма посвящения. Иметь на себе харизму посвящения означает рукоположение. Помазание. Может ли колдун, мужчина или женщина, добровольно прекратить колдовство? Никому пока это не удавалось. Только Христос это делает. Мне пришлось в Волгоградской области однажды в деревне, бабушка, она занималась этими лечениями, шептала бабка. А когда уверовала, крестилась, ну это редчайший случай, когда она осознала, что она ведьма. А ее-то знает, она помогала всем. И опять к ней кто-то приходит и баба Матрёна, болит, ну никак не могу, что-то подкатывается. И она видит не человека, а видит дьявола. Она прямо видела, пришел дьявол. То есть человек стоит, а дьявол рядом стоит с ним. Обычно себя воля дано и, как правило, возвращается опять на прежде. Это грех липучий. Человек под видом добра сеет смерть. А это прямо видел дьявол. Я говорю, каждый раз я видел, пришел дьявол. Она, конечно, плачет и отвергает их. Если нет, то как другим путем прекратить колдовство, независимо от воли колдов? Никак и никому и никогда. Это плен, страшный плен. За таких Василий Великий запирал их. Они не пили, не ели там по неделе, молились всей церковью, эти случаи описаны в житиях святых. Выхода нет. Когда молился Киприан, такая сила воли, церковь молилась, рукописание какое-то с воздуха падало, это рукописание, опрызганное кровью. Если от поста молоко, можно ли молоко, простите? Не слышал этого даже. Без молока молоко, есть нации, которые не едят ни того, ни молочного, никакого молокровия нет. А с чего ради? Это малокровие от этого, или болезнь какая-то, или недостаток питания. Ешь зелень, покупай яблоки, там инжир, что позволяет. В первую очередь, внутренне ты все время будешь содрогаться от нарушений. Тебя причащать нельзя. Ты уже вне церкви, если ты нарушаешь. Ну все твое там малокровие. Законы церковные даны для человека, находящегося в церкви. А если ты малокровие свое стараешься излечить, это вне церкви, это твое дело, лечить. Ешь колбасу. Почему на молоке останавливаться? Ведь когда устанавливали пост, люди были гораздо крепче. Ну правильно. Почему сейчас не устанавливают послабление? Устанавливали. Первое это время люди не ели по 15-20 дней. В рот ничего не брали. А мы там день сегодня два раза-то полопали. Чего спрашиваем-то? Да едим, да и варим, и картошки, и хлеба досыта. А как святой говорит, опустил руку, только рука едва пролазит. А там сухари сколько захватывает? Вначале всей горсти захватывал. Но обезьян-то так ловит. Кувшин привязывает его, и там какие-нибудь орехи, когда обезьяна сунет руку, да только в гости. Ее уже охотник берет, она все еще держит. А с кулаком не вытащит, ну как по два как сухарика мог вытащить, это дневная норма. Вот и все. Нам послабление очень большое сегодня дается. И пьем, и едим. Существует у евреев секта хасиды, которые используют кровь христиан в своих обрядах. В основном на Западе, а у нас в Сибири не слышно вопрос. На такие вопросы ответить не могу. Много что говорят, но когда будут судебные процессы, как там на Ющинском, дело Бейлиса, ничто не подтвердилось. Не подтвердилось, и все, считайте, процесс над митрополитом Вениамином. Там подробно все это описано. Петроградским, в 18 году. Говорят, да, ритуально был убийца, царя находили. Данных недостаточно. Ну нельзя ответить, данных-то никаких нет. Скажут, я сейчас скажу, да, евреи принимают жертву, евреи сидит здесь сейчас. Скажут, а какие у вас доказательства говорить так, что мы не доедали? Да никаких. Я читал книжки, а я читал про русских, что они лезут. У нас вроде один человек не лезет, это свиньи грязные, все до одного. Хотя он-то может быть более будет прав, чем я. Как маленький ребенок может исповедовать Христа 3 года? Ну, знаете, даже в 3 года ребенок может так исповедовать Христа, как и взрослый не исповедует, если он верит. Я вам рассказывал про ребенка, который бегает, играет, а потом прибегает, давай маму спасем, то это небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви. Ребенок исповедует крестным знамением, молится. У нас тут
он у священника, девочка ходила в детсадик, но она совсем маленькая, 3 лет, кажется, ей не было. И она с крестиком была, и становилась и говорила: вот дети, у меня папа целует крестик, и вы тоже целуете. Дети подходили, целовали, а потом родители говорили: купи вам мне крестик, и ребенок 3 года разговаривает. Это было ее исповедание. Садится за стол, ну ребенок детсадик, она стоит и крестится, и другие дети стали креститься. Ребенок, он подражательный, как, ну, в мире дверей. Видишь, что ложит, пьянись. Вот такое исповедание. Я другое сказал, уже просто неприлично. Даже выслушать бывает. Они бегали вот так, ребятишки, у наших знакомых. А тот показывает крестик, у меня крестик есть. А нет, а то не знаете ребеночек показать, а он Кучерявенького Ленина показывает. А вот этот Ленин. А он назвал маленьким мальчишкой нехорошим словом. И ты будешь с ним вместе в аду. А дошкольники то и другие. Тот побежал домой и говорит: мама, я этого не хочу, дай мне тоже крестик. Вот и все. Этот человек у нас потеряет и живет, когда был маленький. Я знаю, одна прислушивалась, чтобы ее любили. Так это тоже колдовство, и очень большое. И любви никакой нету, и ее он ненавидит. И любит только, когда ее не видит. Не любит, а просто стремится. Например, чтобы муж ее любил. Смотрите, любовь по насилию — это не любовь. Господь мог бы так сделать, чтобы все люди его любили. И сделать нас роботами. А Господь дал свободу богохульничать, отвергаться Бога, прерывать свою насильственную жизнь, что хочешь. Но он дал свободу добровольно избрать Христа, одного Христа. Это читайте в «Печали сатаны» Марии Карелли, там подробно говорит. В аудитории дальше есть розетка, если можно, напротив, чуть дальше. Мы подумаем. Я специально привез пленку «Ягла песни», о котором вчера спрашивали, радиокомментатор, ну, радиопроповедник. Принес. Значит, подумаем. Огромное вам спасибо за слово правды, за силу, которая дает это слово. Сколько мишуры отпадают. Спасибо за то, что так. Какое дело? Значит, смотрите, у кого нет Евангелия, вот это я получил с Австралии. Может быть, их залежало, не были. По 4 Евангелия, бесплатно, подойдете, возьмете на сегодня. Кроме того, сегодняшняя печатка, это я принес вечерний Бармалу. Вот так она выглядит газета. Но она завтрашним числом, я из-под станка взял. Поэтому, ну, не удивляйтесь, что сегодня 14, а оно 15. И вот я стою здесь. И стегнею вот в этом самом месте. Мы с фотографией разыграется «Власть авторитета». Статья. То есть завтра это будет там. У кого денег нет, я сделал несколько экземпляров, они мне там прямо из-под станка дали. Завяжу. Подойдете, я вам дам. Так, прочитайте. Громко, четко, с расстановкой. Знаете, кто-то писал? Постой же на виске, чернила за писом противобудущей недели. Простой Федоровный дом, во вторник звание на форели. Кто писал? Григоедов. Точно. Давайте. Заголовок. Рубрика «Символ веры. Власть авторитета». Вот уже 8-й год известный христианский проповедник Игнатий Лапин проводит занятия по изучению Библии, по толкованию святых апостолов, главной цели. Слушатели проходят весь Новый Завет, одну из книг Ветхого Завета, «Вечный письмей», осваивают умение полемизировать и старшими, помещают различные линии в зависимости от их точки зрения. Эта программа рассчитана на 4 года, всего 500 академических часов. Статья. В техническом университете занятия проводятся 6-й год подряд, а вообще времена были разные. По свидетельству Игнатия Лапина, словой владельцы помещений и за дверью вставлялись, так что занятия приходилось проводить на улице. Но времена меняются. Цитата. Мы всегда молимся за всех начальствующих, чтобы их сердца были расположены к благому делу, к освящению людей, отмечает Игнатий Лапин. Неизвестно, молитвы помогли или что другое, но прокурор Алтайского края Юрий Параскун в свое время обратился к руководству АГТУ с просьбой продлить Лапину аренду помещения, поскольку проповедник, вносит большой вклад в нравственное оздоровление населения Алтая. В итоге руководители технического университета пошли навстречу верующим. Недавно занятие крестовоздвиженской общины посетил ректор АГПУ Владимир Естегнеев. В ходе своего небольшого выступления он пообещал предоставить для занятий аудитории больше площади, помочь с техническими средствами, чтобы занятия стали более наглядными. Очень теплые слова нашел ректор Игнатия Лапина.
Я преклоняюсь перед таким человеком. Он для меня авторитет. Я твердо вам обещаю помогать в вашей благородной деятельности. Все-таки неплохо, когда есть взаимопонимание между людьми только разными убеждениями. Ибо без этого общественную нравственность поднять будет трудно. Дмитрий Николаев, на фото Александра Волобуева, Игнатий Ларсен, первый Владимир Висельевич. Ну, такая статья, Саша, в завтрашнем номере будет. Но специально не поставили ни время, ни занятия, потому что занятия кончились. Мы просто задержались. Сегодня ночью, видимо, будет печататься газета «Жизнь Алтая». Там, где сейчас я поеду и постараюсь взять. Где из 4 страниц 2 будут наши. Я очень хочу увидеть эту газету. Там стихотворение будет прекрасное. И, ну, наше, значит, там понятно, что будет написано. И как раз интервью брал, который приходил в Исаков Евтихий, послание митрополита Виталия. Он полностью на стороне Русской Православной Зарубежной Церкви. Кому непонятно, что. Если сегодня ты ходил здесь, слышал, и сегодня обратно едешь в Московскую Патриархию, туда идешь, я считаю, это просто богохульство и отречение от веры. По-другому даже в Одессике как можно. Знать, что как правильно правиться, правильно креститься, идти туда, где говорится, бюро услуг, как священники называют. Бюро услуг. Совсем ничего не понимает. Идем дальше. 22 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлый как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца». Давайте запишем. Река, тире, крещение. Среди улицы его поту по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Стих 2. Древо жизни, тире, причастие, смотрите, 12 плодов, тире, непрерывность плодоношения. Непрерывность плодоношения, там нет земли греховной. Это дары Святого Духа. И вы все дерево для исцеления народов. Запишите еще. Листья дерева. Толкование. Листья дерева жизни. Тире Христа. Там листьями люди будут исцеляться. Листик поел и исцелился. Что это означает? Какие там листики? Лавровые или какие? Тире. Означает тончайшие и пресветлые, пресветлые разумения, разумения судеб Божиих. Отвлекайте. Судеб Божиих. Вот непонятно, а почему именно эта женщина взята при Благодеянии, а почему она встретилась к Христу? Вот это самое тончайшее, почему в жизни твоей так получилось несчастье, почему у тебя муж погиб, почему ребенок у тебя родился уродом? Ну, вопрос на вопрос. И вот там это тончайшее, как листики, книги, разумение, судеб будет дано. Исцелит. А они страдают. Ну почему я русским родился здесь? Ну почему именно здесь? Не могу я нормально жить, как живут люди в Австралии. Я совсем другим человеком был. Вот все это будет дано там же разумение. Снова-таки плоды его, так? Плоды его. Совершеннейшее знание. Древо жизни, слово спроси. Учение 12 апостолов и сам Христос. И ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И утрет лицо его, и имя его будет на челах их. Снова строки. Анафема. Анафема. То есть отлучение. Так, ну и все. Писать больше не будем. И ночи не будет там, и не будет, и нет нужды. Вы светильники, вы свете солнечном. Ибо Господь Бог освящает его, и будут царствовать во веки веков. 5 стих. И если праведник не сияет, как солнце, то какая надобность в нем, в этом солнце? То какая надобность в нем? И сказал мне сии слова верные истины.
И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все грядут скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Скоро. Слово. 7 стих. Скоро. Лука 12:35. Толкование хотя бы хорошее отлично. Я и ангел услышал сие, когда же услышал и увидел, так ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай всего, ибо я заслужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай, не запечатлевай. Но пророчество книги сей, ибо время близко. 10 стих, либо впечатлевай. Привет, в оригинале как вам объяснить? Чувство не запечатывает. Не запечатывает. Вот видишь, не проходит слово, если я не могу прочитать. Ну, ну, написано так. Тут написано так, для другого перевод дают, у меня уже на ниве. У меня синодальный перевод на голове. Не запечатывай. Так. Не запечатывай. Привет. Эта книга направляет к истинной жизни. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный доставит правду еще, и святый доставит еще. Все будут скоро и возмездие мое со мною, чтобы отдать каждому по делам его. 12 стих. Свобода действий. Я есть моя промежа, начало и конец, первый и последний. Это вам можно записывать в толковании. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Вратами апостольскими, 14 стих. Никакие еретики в Царствие Небесное не войдут. Никакие еретики в Царствие Небесное не войдут. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и служители, и всякие любящие, делающие неправду. Вот третий раз уже говорится, неправду, кто говорит ложь, в Царствие Божие не войдет. Снова пройти 15 стих. Псы. Тире. Бесстыдные, неверные и вообще злые, кто после крещения, и надо было написать так, и те, кто после крещения, слово «и те», кто после крещения возвращается на свою блевотину. Я, Иисус, послал ангелам, не буду свидетельствовать вам это церква. Я этим корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. Сейчас, сейчас. И потом смотрите, мы шли по программе. На каждом занятии количество вопросов никем не регламентировано. Больше и меньше. И несмотря ни на что, ровно вошли до одного часа. Вот и все. То есть, мог ли я сказать заранее, что именно так будет? Никак. И чтоб назначили раньше кончить, и день упущенными вернули на той неделе. И точно сейчас, сейчас вошло. Поблагодарим Бога и поможем занятия. Господи, как ты велик народу твоему, слава тебе! За Дух Святой, который разъясняет и увенчивает путь человека. Слава тебе за твои голгофские страдания, за пролитую кровь святую, за каждого из нас, хвала тебе. Что ты долго терпишь нас, помилуй каждого из нас. И спаси народ российский, пошли им добрых благовестников, истинных проповедников, служителей. Уцеломудри нас всех во спасение. Научи нас быть справедливыми, истинными, не лживыми и не трусливыми. И все услышанное пронести в своей жизни, исполняя и проповедуя другим. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, еще как раз записки, ровно на полчаса, полчаса времени. Неужели правда, что характер человека связан с его именем? Конечно нет, мы к этому должны стремиться. Вот у меня, например, мое имя отвечает мне полностью. Маленько меня обзывали, я говорил, ну, ребятишки, что-то похожее. Если ты Маша, значит, тебя зовут Каша, то есть и проще. А вот мое имя, оно похоже было на Игнила, когда зовут Игнушка в деревне. И меня так дразнили, потому что имя так похоже, первые буквы. Обидно было, да, что, почему меня там не Витькой назвали, не Валеркой. Охота была Валеркой особенно быть.
А вот сейчас, если благословен принимать монашество, какое бы я имя принял? Я его принял только Игнатий. Но уже сегодня назвал честь Игнатия Ростовского Чудотворца, а принял бы честь Игнатия Богодовского. Да, собственно, первое, это когда принимали монашество, имя-то не меняли. Это потом пришло, это все, что пришло. Иоанн Златоуст был Иоанном Златоустом до монашества, и Василий Великий, и Григорий Богослов, никто тогда имена не менял. Ну вот так закрепилось это. Бегают все Ваньки. Епископ Антоний, а по смыслу Матерьевич Иван Иванович. Ванька. У нас тоже, посмотрите. Евтихий, какое редкое имя. А кто? Иван Тимофеевич, тоже Ванька. А имена такие экзотические, Ивиналий, Петеримы, там Бури, а смотришь, Сашка, дальше, Колька, вот все до одного, то есть живут по облегченному режиму, а теперь страх наводит на бабок. Кто? Отец Бури, отец Власий, а он как был Ванькой и ни в чем, он таким остался. Даже по этим по именам, и то видно, ну а как он будет отвечать, какому имени, тому или этому? Мое имя, например, это очень редко, когда имеет два перевода. У меня есть два перевода в имени. Первый перевод из греческого. Означает неведомый и неизвестный. Неведомый и неизвестный. Вот у меня вся жизнь в этом и прошла. Они говорят, о, это баптист. Кто знает, что нет, это старая вера. Говорит, это православная. А ты говоришь, ну какими именами только не клеймят? Все так и не было. И второе означает славленный. Так и прошло. Не погасеть, не могли ничего. А книга «Песни песней» будет ли? А какие? Книга «Песни песней» входила лишь в дополнение к тому, что проходили. У нас и Новый Завет, и по программе. Думаю, что на будущий год мы сделаем ставку по «Песни песней». Она может быть даже на два курса. Поэтому в прошлый раз, когда первая четырехлетняя программа была закончена, стали просить немножко расширить. Я прикинул на 5 лет, попытался. И первое занятие вел именно так, из расчета на 5 лет. Потом вижу, нет. Не хватит духу. А то уж смотрите, как университет будет. Так на 4 оставил. Какие каноны считать, чтобы разрушить козни колдуньи? Никогда не знал ни одного канона, чтобы разрушить. Самое главное – это жить свято, причащаться, слушаться духовного отца своего, а там уж что Бог даст. Может, никогда ты не избавишься от этого. Никогда, как монах Сагирий, о котором описывает в первом томе Иоанн Златоуст. Полное основание бешенства входил, но это не означает, что он погибший. Совсем не означает. Главное, не греши, не безумствуй, не ругайся, и люби ближнего, как самого себя. Почему Новый Завет существует отдельно, как книга о Ветхом Завете? Наиглавнейшее и остается. Для нас Новый Завет – это спасительная книга, а Ветхий Завет – всего лишь прелюдия к этому объяснению. А на объяснение мы жить не можем. Почему она отдельная? Потому что в нем все основное заложено. Что означает число 13? Означает ли вообще? Как говорят, чего, что надюшим?